spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены воблеры от компании Касадака, товары которой пользуются популярностью у многих рыболовов. Передо мной серия под названием Squad XS. Ее основное предназначение – ловля крупного хищника на небольших и средних глубинах. Давайте поближе рассмотрим эти интересные приманки. Squad относится к обширному и разнообразному классу minnow. У него удлиненный, прогонистый корпус с невысокими округлыми боками. Передняя часть более объемная, и после максимальной высоты примерно посередине постепенно сужается в сторону хвоста. Такая форма придает хорошие аэродинамические свойства. Более того, она обеспечивает послушность воблера на проводке. Спереди расположена округлая пластиковая лопасть с углублением практически по всей площади. Рабочие глубины, заявленные производителем, находятся в пределах до 1 метра. Выше зафиксирована крепежная петля с заводным кольцом. С учетом того, что основным объектом ловли будет щука, рекомендуем ставить надежный поводок с целью защитить приманку от среза острыми зубами хищницы. Размер этой модели равен 128 мм, а вес 22,1 грамма. То есть можно воспользоваться как простым спиннинговым комплектом, так и кастинговой снастью. Аббревиатура SPI говорит о нейтральной степени плавучести, а именно суспендеры лучше использовать при охоте за малоактивным хищником. Во время паузы приманка зависает в воде и дольше остается в поле зрения хищника. В цветовой палитре представлен десяток различных вариантов. Здесь вы найдете яркие и темные модели, есть популярные кислотники и натуральные расцветки, а также с эффектом голографии, который создает блики во время работы. Отметим модели, на упаковке которых есть надпись Color UV Reflect. Такие цвета светятся в ультрафиолете. Линейка оснащается соразмерными мощными крючками из достаточно прочной проволоки. Обратите внимание, их здесь 3 штуки. Такие тройники без проблем пробивают рыбью пасть. Оборотки помогают надежно удержать трофей в процессе вываживания. Внутри корпуса располагается система дальнего заброса. Это металлический груз, который сначала передвигается в хвостовую часть, а потом возвращается обратно и фиксируется магнитом. Есть и дополнительные элементы огрузки и балансировки. За счет их подвижности создается дополнительный шумовой эффект. В качестве проводки для Касадака Squad XS можно применять равномерку и stop-and-go, при которых он будет активно сверкать боками. Но все-таки для minnow наилучшим вариантом станут рывки различной силы, от мягкого твичинга до жесткого джеркинга. Основными трофеями станут, конечно же, щуки, но не исключены поимки крупного окуня. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.